Всем привет! Сегодня будем готовить очень вкусную запеканку из творога с изюмом. В рецепте этой творожной запеканки нет ни муки, ни манки, ни крахмала, а запеканочка получается сочной и нежной. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Разрезаем масло на небольшие кусочки. Перекладываем в металлическую емкость, в мисочку какую-то. И отправляем на плиту на медленный огонь, чтобы растопилось. Изюм заливаем кипятком. И даем постоять минут 10-15. Разбиваем в миску яйца. Добавляем соль, сахар, ванильный сахар. И хорошо взбиваем венчиком до однородного состояния. Добавляем сметану и опять хорошо все перемешиваем, чтобы масса стала однородной. Теперь пропускаем через мясорубку с мелкой решеткой творог. С изюма я слила воду, выкладываю теперь на бумажное полотенце его и хорошо промакиваю, чтобы поменьше там было воды. Теперь в миску с творогом добавляем растопленное масло остывшее. Немножко оставляем, чтобы смазать форму было чем. Также высыпаем изюм. И хорошо все перемешиваем. Берем форму для запекания, смазываем ее растопленным маслом и перекладываем туда творожную массу. Заполняем где-то на 2/3, не больше, потому что творог во время запекания будет подниматься. Если не влезет все в одну формочку, смотря какой у вас там размер формы, лучше взять какую-нибудь маленькую емкость и остальное сложить туда. Теперь взбиваем одно яйцо и смазываем им творожную массу. Ставим нагретую до 180 градусов духовку и запекаем 40-50 минут. Зависеть будет от размера формы и от самой духовки. Прошло 50 минут, достаем запеканку из духовки и подаем к столу. Вот и все. Нежная и сочная творожная запеканка готова. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.